Ну, а на Востоке своя политика тоже спорная. Не жениться и не умирать. Об этом распорядился сам Ким Чен Ын. Северокорейский лидер запретил праздновать свадьбы и проводить похороны в стране вплоть до окончания партийного съезда. Теперь придется терпеть, ну, не меньше недели, по крайней мере. Съезд начнется 6 мая и продлится 4-5 дней. В Пхеньян приедут сотни делегатов со всей страны. Ожидается, что Ким Чен Ына провозгласят великим руководителем КНДР. А саму Корейскую республику ядерным государством. Кроме запрета на свадьбы и похороны, в стране сейчас также действуют ограничения на все массовые мероприятия. И кроме того, еще в апреле там закрыли границы. Запрещен въезд и выезд из Пхеньяна.